4 мая в Западно-Казахстанском государственном университете имени Махамбета Тимисова прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню языков Республики Казахстан под названием «Тель мәртебесі, ел мәртебесі». Данное мероприятие прошло на трех языках. День языков народов Республики Казахстан был объявлен указом президента Республики Казахстан Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым от 20 января 1998 года и стал общим праздником всех казахстанцев. В нашей республике государственным языком является казахский, языком межнационального общения – русский, а международным – английский. В данном мероприятии приняли участие гости нашего университета. Кайсагали Сейтаков, известный поэт, журналист, член Союза писателей Казахстана, обладатель премии имени Тулегена Айбергенова. Жексенгалиев Пулат Утигалиевич, председатель областного филиала Международного общества «Казахский язык». Погодин Сергей Михайлович, почетный деятель просвещения Республики Казахстан, член-корреспондент Международной академии наук, член Ассамблеи народов Казахстана. Для открытия праздничного вечера с поздравительным словом выступил проректор по научной работе и международным связям, доктор педагогических наук, профессор Имашев Гизатулла Имашевич. В нашей необъятной республике под мирным небом дружно живут представители более 130 национальностей. У нас создана уникальная организация Ассамблеи народов Казахстана. В Казахстане работает 26 национальных культурных центров. В целом в стране издаются газеты и журналы, выходят в эфире теле- и радиопередачи на 11 национальных языках, в том числе на украинском, польском, английском, немецком, корейском, уйгурском, турецком и узбекском языках. Изучить другой язык, прожить вторую жизнь, так гласит народная мудрость. А ведь в современном мире насчитывается более 5000 языков, а у нас в Казахстане развивается полиязычие. Это значит, что каждый образованный человек должен знать язык межнационального общения. Подвел итоги торжественного мероприятия декан филологического факультета, доктор педагогических наук, профессор Кадыршаев Абат Сатыбаевич. В конце все студенты и преподаватели были призваны принять активное участие в месячнике, посвященного Дню языков «Тель мәртебесі, ел мәртебесі». Далее работа месячника, посвященная ко Дню языков, продолжится согласно программе.